Кристина Биджаманова из Щелковской школы номер 17 лидировала на 25-метровке, став участницей первенства по плаванию среди детей с ограниченными возможностями здоровья. У девушки нет одного предплечья, но силы воли хватило, чтобы оставить позади преследовавших ее сверстниц. Ну, я думаю, я проплыла довольно неплохо. В этот раз получилось лучше, хуже? Не знаю, я думаю, получше. Более 30 мальчишек и девчонок из Щелково, Королева, Фрязино и Щелковского центра адаптивной физической культуры «Спартанец» проплыли 25-метровку вольным стилем на спине и брасом и 50 метров вольным стилем. Итоговая оценка выставлялась по общепринятой классификации с учетом заболевания. На этот раз на водной глади Щелковского центра «Нептун» встретились дети трех категорий с поражением опорно-двигательного аппарата, с ограничениями по слуху, а также участники специальной олимпиады. Участвуют дети с разными заболеваниями, и при подведении итогов, конечно, мы это учитываем. Ребенку, конечно, интереснее, когда плывут соперники, и каждый идет на опережение, то есть есть борьба. Превосходный результат на 25-метровке показал Денис Саглаков. Как ты оцениваешь свой результат? Результат 17.32. На первенстве разыграно 19 комплектов наград. Свои медали юноши и девушки посвятили дорогим мамам. В предстоящее воскресенье на большей части планеты будут чествовать женщин в честь Дня мам. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.